الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوات. Сегодня, иншаллах, у нас с вами следующий урок по книге «Уникальное пособие требующих знаний». И непосредственно у нас первые уроки, они были такие вступительные. Здесь непосредственно уже будет каждая тема отдельно разбираться. И первая тема, и надеюсь, мне хорошо слышно, вот, можете оценить от 1 до 10 качества звука. Да? Вот. И пока есть... Так, первая, значит, глава, которая здесь приходит, это искренность в поисках знаний. Часто говорится о том, что как важно намерение, да, какое-то намерение, с каким намерением уже человек приступает к поиску знаний, да, и вот тому подобное. И даже если человек понимает важность самих знаний, не хватает иногда намерений, да, вот начать, или иногда кажется, что вот этой искренности недостаточно, или ее вообще нет. Значит, что здесь важно? Да, нужно поразмыслить, для чего вы желаете получить те или иные знания. Да, вы желаете это просто развлечься, да, то есть некоторые там зайдут на урок, развлечься, или смотрят, ой, не очень так развлекательно, никто не развлекает, не буду слушать, уйду, да, то есть для кого-то знание — это приближение, да, к довольству Аллаха Субхана Тааля. И понимая это, соответственно, человек ищет вот это довольство. Поэтому каждый должен поразмыслить, для чего ты ищешь знания. А если еще, в принципе, и не ищешь их, то почему ты их не ищешь, да? То есть, зная важность приобретения знаний. Так вот, посмотрим, что в книжке у нас. Для чего ты ищешь знания? Это вопрос, который ты должен задать себе на всех этапах своей жизни, связанной с поиском знаний. Для чего я учусь? Для чего приобретаю знания? Да? То есть, в принципе, это иногда нужно даже вот говорят, обновите, посмотрите, что там с вашим намерением, да, для чего. Потому что у всех бывают какие-то жизненные обстоятельства, которые могут изменить в лучшую, ну, как бы сторону или в худшую сторону. И такой контакт с собой, размышляя, да, о важности знания, человек, он как бы общается, вот понимает себя больше, да, то есть что на самом деле стоит за его желанием там поиска знаний. Он хочет довольства Аллаха Субхана Тааля, или он хочет просто знаний, потому что ему скучно, и он хочет так развлечься, то есть это как такой вид развлечения. Ну, как, например, кто-то смотрит телевизор, кто-то книги читает, да, то есть без намерения там приближения к Аллаху Субхану Тааля, просто вот нравится, да. Или кто-то хочет не расстраивать, например, родителей, которые возложили там большие надежды на сына или на дочку. Или кто-то желает
возможно, потом какие-то, ну, как бы главной целью станет материальные какие-то блага, да, или просто время провождения, да, вот не было у него ничего другого, кроме этого. То есть, ну, можно, в принципе, много-много разных причин встретить. Иногда человек вот сам должен просто к себе вернуться и понять, да, на самом деле, для чего эти знания, да, то есть каждый отвечает на этот вопрос самостоятельно. Утруждаю ли я себя учебой ради тех кусков пищи, которыми стану набивать свой живот, да, то есть человек, он вот исключительно ради того, чтобы потом у него было вот там, что поесть, да, там, какой-то вот он видит, что это прибыльно. Или все-таки он ради довольства Аллаха субхана ва тааля, да, и если у него будет еще как такой бонус впоследствии, а это будет, да, если идет искренность, если идет ну, все ради Аллаха субхана ва тааля, да, то бизнилля вот этот риск он придет, да, риск придет. Или ради денег, которыми наполню свои карманы, да, или ради диплома, которым украшу свой дом, да, то есть часто мы слышим, ну, какое-то светское образование как обязательное, да, там, ради того, что вот у меня был диплом, я там такой-то специалист или такой. А по сути не используют эти знания, да, часто мы слышим, вот там закончил, например, институт, не знаю, там, учитель математики, ну, ни дня я не работал учителем, там работаю, не знаю, кем, каким-то там, продавцом в магазине, ну, допустим, да, то есть думаете ли вы о том, что вот этот диплом, да, просто ради того, чтобы там кто-то сказал, что он там с каким-то образованием и высшим там или каким-то другим. То есть не сам диплом должен быть целью, да, или украшение, или вот статус человека, да, должность, например, ради должности, которая будет гордиться перед своими сверстниками, да, вот, о, он там учился, вот он там директор какой-то, да, или еще что-то там, менеджер, допустим, или приобретая какие-то знания, да, полезные, например, он вот там учитель, например, мадраса какой-то, да, потому что, или директор там, или муж, еще что-то. Или чтобы быть в центре внимания, или чтобы быть известным, или ради достижений приходящих мирских благ. Сами по себе каждое из этих намерений, оно не является, как правило, ну, плохим. Да? То есть, например, ну, кто-то хочет быть, допустим, иметь какую-то должность, достичь, да, то есть он как бы хочет достичь чего-то большего, что есть на данный момент. Но это вроде как и неплохо, да, но если это только единственная его цель, тогда, возможно, он достигнет, но он и получит то, что хочет. А более правильно, да, желать, например, ради Аллаха субхана ва тааля, получить знания, которые, например, человек хочет, ну, как цель, например, там, преподавать в каком-то там заведении, передавать эти знания, да, чтобы быть полезным и получить много награды. Тогда, бизнилля, да, у него будет как бы две одновременно, ну, два достижения. И мирское, иншалла, он достигнет, а возможно и более, чем даже мечтал, да, или то, к чему стремился. Или как-то повернет его в такое русло Аллах субхана ва тааля, что он даже, ну, как бы не мечтал об этом, да, то есть лучше, да, с чем были какие-то желания. Поэтому
здесь очень важно вот это себе поразмышлять, да, для чего ты ищешь знания. Действительно ли ради довольства Аллаха Субхана ва Тааля? Или есть что-то другое? И каждый себе ответит на этот вопрос. Определи свою цель в начале пути. Да? То есть человек перед тем, как начать какое-то дело, он, в принципе, примерно должен определить, какая же его цель. Да? То есть что является целью его требований знаний. Искатель знаний, определи свою цель в точности, ведь ты не учишься ради достижения мирских благ и не преследуешь своей учебой корыстной цели в этом мире. Твоя цель — снискание благоволения Аллаха. Это самая благородная и возвышенная цель, к которой можно стремиться. Угу. То есть если поразмыслить, да, и поставить вот этой, вот эту главную цель, к которой следует стремиться, иншалла, достижение других целей будет на пути к достижению вот главной цели. Не принижай своего достоинства, используя благородное знание как средство для достижения низких целей. Да, знание превыше того, чтобы использовать его как лестницу для продвижения по службе и способ зарабатывания денег. Да? В день воскресения не ощутит благоухание рая человек, который стремится к познанию того, что необходимо стараться узнать ради всемогущего и великого Аллаха, преследуя исключительно мирские цели. Да, то есть не ощутит благоухание рая такой человек. То есть если цель является исключительно ради мирского, то он, возможно, ее получит. Да, то есть человек старается, он получит эту цель. Ну и все. Вот, ведь риск, он, или вот когда просит человек риск, он же не заключается только в материальном. Да, то есть дети — это риск, который Аллах дает. Радость, да, вот какие-то приятные эмоции. То есть иногда, когда ну, кто-то вот любит детей, да, и играя с детьми, он радуется, наполняет, ему приятно. То есть вот эта улыбка, это объятие, например, это... ну, там, даже вот взятие за ручку и такое какое-то приятное времяпровождение, это тоже является вознаграждением. Да, то есть это тоже вознаграждение. Иногда просто помощь, то есть, например, время, это тоже вознаграждение, да, если вам уделяют время свое, например, или помогая, или просто находясь рядом с вами, да, то есть, например, если вам нужно, чтобы кто-то побыл, допустим, рядом, не обязательно этот человек должен, ну, там, помогать все время, да, сидеть и что-то копать, но он находится, что, возможно, вам потребуется помощь, это его время, то есть это тоже, как бы, такой дар, да. То есть можно же и поделиться временем, и поделиться там эмоциями, да, вот человек приносит радость что-то ему, да, то есть вот как вот с детьми или там с чем-то другим, это не обязательно, да, то есть это может принести что-то другое, и не только зарабатывание денег, да, почему-то все время только ставят вот как деньги, да, как какой-то цель, да, не следует вот это, потому что человек, он, если поставил, да, например, какие-то мирские цели, он их достигнет, и все, то есть более ему уже и не хотелось однозначно, ну, как бы изначально.
Поэтому следует просить довольства Аллаха Субхана ва Тааля, и если в этом есть благо, пускай также Аллах даст и мирские какие-то блага, да, этого мира. Бизнилля. Аль-Хатиб Аль-Багдади, да смилостивится над ним Аллах, сказал: намерение ищущего хадис человека должно быть искренним, а стремиться он должен при этом только к лику Всевышнего Аллаха. И пусть он остерегается использовать его как средство для достижения мирских благ, и пусть приобретение вознаграждения, ведь и путь приобретения вознаграждения, ведь передано страшное предостережение тем, кто стремится к этому, используя свое знание. Да, то есть знание должно быть... вот главное, что в поиске здесь именно на хадис говорится, что человек ищет хадис, да, чтобы передать дословно те знания, которые принес пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, да, через которые... И эти знания, они... передаются и там из поколения в поколение. И целью или причиной, по которой человек этим занимается, не следует ставить как какие-то мирские блага. Да? И тем более целью, чтобы, получив эти знания, потом использовать как бы его только в мирских целях. И пусть он избегает кичливого бахвальства и хвастовства своим знанием, и чтобы его намерением в поисках хадиса не стало достижение главенства, да, то есть намерение, что я потом, вот узная этот хадис, как бы кичливо буду говорить, что вот я знаю, да, я так и так. Как правило, если это было ради Аллаха Субхана ва Тааля, да, потом приходит и довольство, и как бы принятие вот людей окружающих, да, то есть оно как бы уже со временем само приходит. Но если является целью только единственное вот это мирское, то на нем и заканчивается, да, то есть человек достигает только мирского. Приобретение последователей или устраивание собраний, ведь это и есть главные беды, постигающие ученых. Да? То есть если вот, главная беда — это такая цель похвастаться знаниями, показать, что кто-то главнее другого, поставить как бы других в неудобное какое-то, может, положение и так далее. С одной стороны, здесь нужно такой баланс иметь, да, то есть мы должны понимать важность обладателя знания, мы должны с уважением к нему относиться, почет таким людям, чтобы эти знания, ну, как бы само уважение к человеку, обладающему знанию, показывает наше уважение к этим знаниям, да, то есть он обладатель этого знания. Значит, почет как бы и к нему, как сказать, как будто чаша, да, в которой есть алмазы, там, бриллианты, да, как вы ее, например, несете. И если там камни, да, ничего нету. То есть это как бы более ценно. Да? И вот это отношение к такому человеку, оно, соответственно, должно быть. Это если окружающие понимают ценность этого знания. Но если человек изначально ставит своей целью только это, да, то это, то есть что его бы похвалили, его бы там еще что-то, он может, в принципе, его как бы не достичь тоже, да. И это его единственная цель, то есть, чтобы похвалиться, делать как бы ради людей, ради их
там, похвалы. Вот здесь уже такое намерение неверное. Пусть он учит хадис как его хранитель, а не как его передатчик. Да? То есть человек, он бы что-то учит хадис, чтобы охранять его. Да? Охранять. То есть когда хранит, он понимает вот эту ценность, он его оберегает, да, от всяких таких вмешательств. Ведь людей, передающих знания, много, а людей, хранящих их, мало. Часто присутствующий похож на отсутствующего. Ученый на невежду, а человек, передающий хадис, может не обладать и его таликой и так далее. Не исполняя велений, содержащих в хадисе, он становится похожим на человека, потерявшего свое знание и способность познавать. Да? То есть в дальнейшем вот обладатель знания, на самом деле, который пропускает через себя вот эти знания, он должен их на практике реализовывать. Да? Не просто как вот, узнал и пошел дальше. Знал и пошел дальше. Бывает так часто происходит вот родители и дети, да, когда родители сами, делая какие-то, ну, не совсем хорошие там вещи или привычки у них не подобающие, ну, и они учат детей. Вот ты так не делай. Да, ты так не делай. То есть он, по сути, понимает, как родитель, что вот данная какая-то, ну, данный вид поведения, ну, некрасиво или неправильно, или даже запретно может быть, да, то есть там разные, может быть, варианты, примеры. Но при этом он говорит, как не нужно делать, и сам так поступает. То есть человек, одних просто знаний о том, что это плохо, недостаточно, да, то есть человек понимает, что, ну, там плохо влияет на, ну, не знаю, там на какой-то или на здоровье, или на просто отношения какие-то, да, допустим, там, если это не что-то запретное. И все равно он это одновременно вроде и учит, но сам не соблюдает. То есть это человек, значит, эти знания, ну, еще не достигли вот этой пользы необходимой. Ну, это не значит, что не нужно тогда этих знаний иметь, да, потому что бывает часто человек накапливает какие-то знания, и со временем как бы осознание приходит, да, и начинает прислушиваться к ним, возвращаться к этим знаниям и так далее. Но насколько был бы пример прекрасный, да, и когда ну, как бы со стороны, можно сказать, да, то есть вот, вот так хорошо, а так вот плохо. Так не делать, потому что это, ну, вот я же так тоже не делаю, да, или когда человек учит тому, что сам понимает не только, как бы, разумом, что это правильно, да, но он это и делает. И, наверное, у каждого в жизни, да, у, как бы, какие-то моменты, он может себя просто там проанализировать, вот что вы делаете, например, как-то по одному, а думаете по-другому или советуете кому-то по-другому, да, и, значит, если это действительно благо, что вы советуете или думаете там детям, то тогда сами изначально прислушайте, чтобы к вам кто-то прислушались, те же дети. И пусть он знает, что Всевышний Аллах спросит его за его знание, для чего он его приобрел, и даст ему за то, как он его использовал. Да, человек, во-первых, причина, для чего он их приобрел, и куда он их, как, передал ли он эти знания, или просто сохранил для себя, да, как бы, ну, другим вроде как бы не скажу секрет. То есть, ну, следует также передавать знания. Второе — это то, что знание — это то, что дается тебе на хранение. Да? Это как аманат и ответственность. И, к сожалению, это аманат, вот эта амана, она
сейчас она обесценилась. В данный момент, в наше время, очень сильно обесценилась эта доминат. Во-первых, сам процесс обучения обесценивается, то есть учителя обесцениваются, знания обесцениваются, и вот эта ответственность, да, ответственность за правильность передачи обесценивается. Что мы видим часто, когда целью встает, например, получение какого-то, свидетельства, диплома, там, иджаза, еще что-то, как это можно там назвать. Если это является единственной целью, не принимается во внимание то, как эти знания передаются, и действительно ли вы их правильно понимаете и правильно можете передать. Да, потому что когда вы знания какие-то получаете, вы их через себя как бы перевариваете, осмысливаете, и потом вам нужно их правильно передать. Часто бывает так, что вот это какую-то долю информации вы получаете, потом додумываете самостоятельно, и что-то не так, допустим, может, кому-то и передаете, то есть какой-то свой элемент, не обязательно как такие техники преподавания, да, это нормально, можно по-разному, а именно какие-то свои неправильные, может быть, иногда идеи или понимания бывают. Иногда вот со своими тоже бывает так студентами, практикую вот такой вот вид деятельности, так сказать, да, что после лекции каждый пишет свой конспект. И, одно дело, когда каждый себе пишет это там, а иногда вот, чтобы конспект кто-то там написал, или одна сестра, или две, и чтобы другие перечитывали его и как бы сравнили со своим конспектом. И бывает так, что вообще, все же были на одном и том же уроке, слушали ту же самую лекцию, присутствовали в то же время, то есть это даже не в разных маджлисах, но написанное отличается, и иногда отличается прямо строго как бы в разные стороны, то есть кто-то да говорит, а кто-то нет. То есть насколько мы видим, что вот это знание, оно может просто неправильно вами восприняться. Поэтому вот этот аманат, его нужно понимать, что, возможно, как учителю вам нужно проверить, правильно ли каждый из вас, каждый из учеников воспринял это. Потому что потом пойдет знание дальше, и один скажет так, и другой так. И каждый будет уверен, что, в принципе, он это понял правильно, а кто-то неправильно. И как ученику, да, то есть это как бы вот доля ответственности учителя, а как ученику тоже следует уточнять, правильно ли вы ту или иную информацию восприняли. Тоже общаться, например, с одногруппниками, да, когда сестры вот какие-то детали уточняют, если есть спорные моменты, уточнять опять же учителя. Потому что это ответственность за знание, да. У нас
часто бывает, хочется передать знания, что-то там рассказать, потому что, когда вы рассказываете, это действительно у вас укрепляется у самого. То есть, если сестра, например, выучила что-то, да, я тоже советую, расскажите еще кого-то, научите там близких. То есть, тогда знание укрепится. Но только уточните изначально вот ту информацию, которую вы хотите передать, правильно ли вы ее выучили, осознали, поняли. А не так, чтобы этот аманат был, искажен, да, то есть как бы уже с какой-то ошибкой и такой испорченный телефон, чтобы не был. Поэтому здесь вот нужно понимать эту ответственность, но она такая двухсторонняя, да, и от учителя, и от студента, потому что если учитель уточняет, поняли вы, есть ли вопросы, какие-то есть ли моменты, а ученик, он как-то не реагирует, да, и все. То есть учитель не может все моменты одновременно понять. Со временем, конечно, когда вопросами, какими-то проверками, что очень страшно для многих, вот это уточняется, да, что вот этот аманат действительно был передан правильно и воспринят правильно, да, потому что вы можете дать одно, а кто-то его воспринят по-другому, поэтому нужно уточнять, правильно ли дошел этот, эта информация до вашего ученика. Искатель знаний, не забывай, что знание — это аманат, и ты будешь отвечать за него перед великим и всемогущим Аллахом. В хадисе говорится, в день воскресения раб Аллаха не сдвинется с места, пока не будет спрошен о жизни его, как он провел ее, и о знании его, как он его использовал. Да, как использовал эти знания. Ибн Джамаа говорил о том, в каких отношениях должен быть ученый с самим собой. Сказал, первое качество – постоянная боязнь Аллаха в душе и на людях, и страх перед Ним при каждом движении и в состоянии покоя, в своих словах и поступках, ведь Он – хранитель веренных Ему знаний и доверенных Ему органов чувств и разума. Да, то есть насколько вот важно, что вот такой, только не путайте вот этот страх, боязнь Аллаха, это не должно быть какой-то, неестественная такая вечная тревожность, когда все вот это понимание, да, что Аллах Субхана ва Тааля создал нас. Да, цель, вот для чего вы приобретаете эти знания. Понимать, что Аллах Субхана ва Тааля, Он не нагрузил на человека больше, чем он может взять, да, или более, чем его возможности. И вот когда этот человек понимает, да, у него есть вот этот страх, но он смешан также с любовью. В какие-то моменты жизни больше акцентируются или следуют на страх перед Аллахом Субхана ва Тааля, да, то есть когда человек, например, делает какие-то плохие дела, когда тогда ему вот больше на это нужно, например, акцент сделать, да, кто-то делает какие-то запретные или что, тогда вот устрашением каких-то хадисов, аятов, чтобы человек одумался, да. Когда человек, наоборот, в каком-то тяжелом положении, наоборот, мы говорим ему такие аяты и хадисы, где говорится о том, как Аллах Субхана ва Тааля милостив к людям, да, что там о терпении и так далее. То есть те хадисы, которые, или аяты, которые облегчат вот эту какие-то тревоги или страдания человека. Поэтому здесь должна это быть боязнь смешана с любовью к Аллаху Субхана ва Тааля, с пониманием всех сифат, да, а не просто страх. Потому что иногда некоторые вот люди говорят, это как будто вот страх перед чем-то очень страшным, вот как чудовище. Нет,
это неправильно понимание стахварла, да, то есть это неправильное понимание вот сифат Аллах Субхана ва Тааля. Тогда нужно изучать, вот, нужно понимать вот эти сифаты. Поэтому не предавайте Аллаха, Его посланника, и не нарушайте обязательств, касающихся того, что доверено вам, зная об этом. Да, вот это амана, знание, оно является амана. И когда человек попустительски вот нарушает, получается, вот эту веренную амана, да, то есть, ну, как-то очень попустительски каким-то знанием, да, вот часто это вот такая больная тема, когда раздача каких-то иджаз, ну, как бы, по сути, не, ну, как бы, недостойно еще иджаз, не потому что человек плохой, да, ну, просто еще знания недостаточно. И это не потому, что сам тот, кто дает иджазу, он как бы плохой, или он, он просто, возможно, сам так ее получил. То есть он на момент получения не был достоин, он не понял ценность ее настолько, насколько на самом деле ее ценность есть. И, соответственно, он также, ну, как бы в рамках, в меру той ценности, которую он для себя ее понял, получая, он также ее и отдает. Да, то есть он также ее отдает, ну, как бы пропуская какие-то, допустим, ошибки, так как-то закрыл глаз, тут слышно, тут не слышно, тут как бы ничего страшного, это в следующий раз, это подправим. То есть много каких-то попустителей остается. Ну, поэтому нужно понимать, как вы получаете это амана, да, то есть действительно ли она вот полностью, да, то есть полностью ли вы получили знания вот по какому-то, допустим, предмету, по какому-то, допустим, учебнику, да, там, что, ага, я вот передаю их. Так. «Ассафарини в гиза аль-альбаб» после слов поэта «И верено мне знание о хадисах на хранение» сказал «Он, да смилостивится над ним Аллах, хотел сказать, что знание ученого — это то, что веряется ему на хранение, и всем известно, что человек обязан хранить то, что ему доверено». Угу. Да, то есть как будто это знание, вот как человек принес вам какую-то амену, да? Говорит, ну, шкатулку, например, в которой там 10 золотых, и говорит, сохрани ее. И потом вы эти же вот 10 золотых, возможно, вы их обернете в какую-то там такую вот подарочную упаковочку, или поставите его в какой-то там мешочек, или еще какой-то сундучок. Но в то, что вам дали, да, вы его должны сохранить. То есть вы можете что-то его приукрасить вот таким, ну, как бы, чтобы охранить его еще от, например, чтобы оно рассыпалось или поломалось, или как-то сохранить. Вы можете его еще больше, вот, как бы, украсить, или, но вы должны передать его вот в такой же, ну, как бы, в той же ценности, которую вам попросили сохранить, правильно? Вот здесь сравнивается знание как раз вот с этим, ну, таким кладом, да, или с таким вот отданным на хранение каким-то, какой-то ценностью, отданной на хранение. Вам ее дали, вы ее понимаете, что это ценность, да, то есть вы ее взяли и передаете ее как бы тоже дальше. Хранить знания, доверенные Аллахом, его обладателю, означает еще и выполнять заповеди Аллаха в отношении этого. Зная, что нельзя обеспечить сохранность аманата, веренного на хранение, нарушая заповеди и бесцельно расточая его.
Да, то есть хранить, значит хранить, не раскидываться. Нарушать заповеди Аллаха относительно знаний означает скрывать его от того, кто его достоин. И Аллах наденет на человека, скрывавшего знания, огненную узду. Это также означает использовать знания ради достижения радости этой жизни или как сеть для охоты за мирскими благами. Да? То есть как вот одна цель, что-то там делать ради мирских благ. Да? Пускай даже ну, как бы, есть достижение, да, вот мирских благ. Может быть, тут такой момент, что достижение мирских благ, как человек, который искренне делает ради Аллаха Субхана Тааля, это не является причиной запрета достижения на мирских благ. Да, то есть нельзя сказать, что человек, который такой вот, потому что часто тоже бывает, что вот бедный, несчастный, у него ничего нет, вот это он как бы такой вот искренний и правильный, а человек, которого есть там какой-то риск больше, да, вот он, возможно, не искренний. Нет, то есть одно другому не мешает. Но тут говорится именно про цель, про то, что человек ставит во главе своего намерения, да, то есть мирские блага. Вот я сейчас там что-то там выучу и пойду вот там зарабатывать на этом деньги, да. Это также означает отсутствие искренности в приобретении знаний, да, то есть как бы это тогда говорит, что вы, ну, это делаете ради вот этой цели, то есть вы проявляете искренность, можно сказать, к конкретной цели, но не проявляете искренность к тому, что вы делаете это ради Аллаха Субхана Тааля, да, то есть как бы здесь искренность чуть-чуть в другом направлении идет. И, конечно же, знание — это поклонение, и, потому что некоторые, ну, пренебрегают этим, да, говоря, ну, это же не молитва, вот молитва — это одно, а там я молюсь только, да, или еще что-то. Ну, зачем там читать Коран, зачем учить? Ну, это как бы, это не важно. На самом деле знание — это и есть поклонение. То есть поклоняющийся человек, который просто молится, да, он даже ну, не размышляя, не обдумывая, не изучая религию, он как бы все равно будет ниже, чем тот человек, который это понимает. Он эти знания берет и может передать. А человек, который сам только молится, он как бы только вот ограничивается собой, это, да, ограничивает только собой. Религиозное исламское знание — это поклонение, а не просто увеличение или, увлечение или традиция. Да, то есть это не просто так, вот наши там деды ходили там в мадресе, читали, ну и мы пойдем. Или там еще что-то такое, как бы такая привычка, традиция, нет. Нужно понимать, что это поклонение. Да, это поклонение и за это есть величайшая награда. Это величайшее поклонение, высочайшее послушание и лучшее дело, совершаемое для снискания милости Аллаха. И каждый, кто вот вступил на путь требования знания, он должен понимать, насколько вот эта милость проявилась, да, в его жизни. То есть должен быть благодарным, да, вот за то, что он из числа вот этих вступивших на путь требования знаний, да, потому что, значит, в нем есть благо, иншаллах. Аз-Зухри сказал, нет лучшего поклонения Аллаху, чем приобретение знания, да, то есть нет лучшего, то есть это самое лучшее. Если знание — это поклонение, то, приобретая его, необходимо быть искренним, да, потому что одно из, как бы, условий, да, что когда, например, молитва, да, то есть, ну, не допускается там ради кого-то или еще что-то, то есть все ради Аллаха Субхана Тааля, так и здесь, то есть необходима искренность, ведь любое поклонение будет принято Аллахом только тогда, когда оно совершается ради Него, Господа земли и небес, а не на показ.
Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине Аллах принимает те дела, которые совершаются искренне и только ради Него». Да, то есть дела, которые совершаются ради Аллаха субхана ва тааля, они принимаются биизнилля. Ибн Джама сказал: «Знание — это один из видов поклонений и одно из деяний, совершаемых для снискания милости Аллаха». Да, то есть это одно из таких важных деяний. Если намерения были искренними, то оно принимается Аллахом и увеличивается, и приумножается. Да, то есть искреннее намерение, значит, оно будет многократно приумножаться. Если же знание приобреталось не ради лика Всевышнего Аллаха, то оно окажется тщетным и бесполезным. И сделка его принесет ему только вред и убыток. Да, то есть, ну, получит, возможно, награду только вот в меру своих желаний. Да, то есть хотел что-то, и то, возможно, и этого не достигнет. Например, хотел там закончить какой-то там институт ради того, чтобы там потом там мадраса преподавать, да, и там зарабатывая, допустим, там какую-то сумму. А вот не получилось там по какой-то причине, или заболел, или не взяли, переехал, еще что-то, да, не получилась эта цель. И изначально цель, то, что это ради Аллаха субхана ва тааля не было, уже нету награды, плюс не получилось, то есть в двойном убытке. Человек же, который делает что-то ради Аллаха субхана ва тааля, он в любом случае не будет в убытке. То есть если даже он не достигнет какой-то мирской цели, он бизнилля за свое намерение уже получит, потому что он делал это ради Аллаха субхана ва тааля, и уже ему воздастся благом за то, что он это делал. И даже как бы нету предела какого-то этого блага. Потому что когда мы мечтаем о чем-то мирском или желаем, мы как бы конкретно обычно что-то, да, ну там, например, дом, еще что-то. А в понятиях вознаграждения от Аллаха субхана ва тааля оно не имеет каких-то границ, потому что мы не можем даже, ну как бы наш мозг, он ограничен своим воображением, а благо Аллаха субхана ва тааля, которые мы даже их не можем представить, даже воображение свое. Поэтому просто желая довольства Аллаха субхана ва тааля, и мы вот желаем вот этого неограниченного, да, чего-то, не ставим какие-то пределы. Возьмем еще один пункт. Это предостережение от стремления к знанию на показ и ради славы. Да? То есть они связаны с предыдущим. Искатель знания, прояви искренность, намерение ради Аллаха. И пусть целью твоей будет стремление к его лику и его благоволению. Остерегайся совершать свои деяния на показ и ради славы. И я не думаю, что ты один из тех трех, о которых говорится в хадисе, что станут растопкой для огня, и первым среди них будет нерадивый. В другом хадисе говорится: не приобретайте знания, чтобы соперничать с учеными, спорить с глупцами и предпочитать одно общество другому, исходя из собственной выгоды. А кто сделает это, тот в огне, в огне. Здесь важно, да, вот сейчас очень часто бывает, что некоторые приобретают знания вот ради того, чтобы там, зная, ну, какое-то мнение, например, кто-то ему сказал, что, допустим, какой-то ученый, вот он ему там, ну, не согласен с какое-то мнение. Он вроде бы как человеку тоже его навязывает, что ли, да, ну, или просто озвучивает, и может по незнанию человек, он тоже это мнение так косвенно придерживается, возможно, даже ничего не знает об этом, и начинает изучать какие-то моменты не просто ради того, что вот Аллах, дай мне знания правильные, да, приблизь мне то, что тебя радует, а он просто ради того, чтобы победить в споре с человеком с противоположным мнением. Или для того, чтобы
поспорить вот с невеждой, не распространить, не делать дава, а именно, чтобы свое мнение доказать. То есть не цель, чтобы благо было людям, чтобы направить их на путь истинный, а просто, чтобы стать выше, потому что я же так сказал, я прав. То есть сделать себя правым над кем-то, над глупцом, над неглупцом и так далее. То есть как бы выгоду какую-то такую вот иметь. То есть вот это недопустимо. То есть цель всегда должна быть, она как бы одна, да, все делать ради Аллаха Субхана ва Тааля. А не вот такие какие-то там свои интересы придерживаться их. Суфьян ас-Саури сказал, украшайте знания, но не украшайтесь им. Да, то есть украшайте знания, но не украшайтесь им. Будьте же искренними, чтобы получить нескончаемое благо знания и почувствовать его сладкий вкус, и знай, что тщеславие губит человека. Вот украшайте знания, но не украшайтесь им. Да, то есть знания, когда мы получаем какое-то знание, сами по себе, пропустив и делая, следуя за этим знанием, встаем сами по себе лучше. Но когда человек просто пыщится, что я вот просто знающий, но при этом он не стал лучше через это знание, да, то есть это получается как будто вот украшение просто знанием. То есть как будто знание, оно рядом с ним, как его просто отдельное украшение, а не он сам прекрасен, потому что знание как бы внутри его содержится, да. То есть знание, оно должно быть не просто как какая-то, ну там, брошка на человеке, которая сама по себе красива, ну и на, допустим, если она на платье, она, в принципе, дает какой-то вроде красоту вот этому образу человека. Но забрав эту брошку, человек, он вроде стает обычным. Просто нужно это быть так, чтобы эти знания, они вот пропитали человека, да, и он был красивым, вот стал сам по себе, имея эти знания вот внутри, чтобы это не было что-то отдельное от него, а это такое все вместе, да, то есть знание, или как знание, которое проявляется в поведении, в общении, в жизни человека, да, не только когда он сидит в мрачности, а и в жизни. Это, конечно, так сказать, трудно бывает и всем, и мне, в том числе на напоминание, и каждой из вас, и кто слушает, да, потому что на самом деле у нас иногда бывает так, что, да, вот знаю так правильно, но вот не могу это вот в жизни использовать. И нужно тогда себя как бы понимать, вот эти знания, а зачем я их тогда приобрел, если я их не использую? Нужно их внедрять, да, потихоньку вот в жизнь, узнать какой-то хадис, использовать его, узнать какой-то аят, поразмышлять над ним, использовать его в жизни, посмотреть, вот как на самом деле, потому что когда читаете Коран, да, вот кто читает и понимает хотя бы там общий смысл, а кто понимает еще с тафсиром, понимает вот, что когда вы читаете, каждый раз вы узнаете что-то новое. Вот, и как, вот эти знания, они как бы как вот такой разряд, вот как будто первый раз видите, или это я читаете, и вот понимаете, что вот это как будто к вам, на самом деле к вам обращается в Коране, да, вот прямо непосредственно вот как для вас это было написано. А также читают и другие. Да, то есть насколько вот эти знания нужно пропускать через себя и потом им следовать. Потому что на самом деле это все не просто для какого-то, да, там, ой, это там пророк, ой, это жены пророков. Да, и часто бывает так, что вот сестры там, ну, как бы ко мне часто сестры жалеются, да, там на как-то на ну, какие-то проблемы бывают, да, и иногда вот именно семейные, что вот
муж там вот говорит, что вот почему вот там не терплю, как вот жены пророков, да, как сахаби и так далее. А когда она ему отвечает, что ну, там, в каких-то ситуациях, когда он себя не очень красиво проявляет, там, адаб, как жене или какие-то слова, ну, вот так же пророк не делал. Он говорит, ну, я же не пророк, да, то есть, как бы вот знание отдельно у нас так вот получается, то есть это как будто знание, вот это какое-то украшение само по себе, которое мы поставили в комнате и смотрим, ой, как прекрасно. Как вот прекрасно, да, или пришли в магазин и смотрим вот на вот это прекрасное украшение. Ну, они вроде как и не наши, но они должны быть частью, ну, как бы каждого из нас, то есть вот внутри, да, то есть получили эти знания и перевариваем их, и пытаемся делать так, как вот учил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мужчины как... вот поведение мужчин, а женщины как поведение женщин. И только тогда будет это как-то вот... прекрасно для двоих, да, они в одни как бы ворота, потому что, ну, то же самое, как вы говорили что, до этого, что когда мы что-то понимаем, что вот это хорошо, но и учим иногда наших детей, как это нужно делать, но сами этого не делаем. Это как бы знание теоретически получается, просто теория. На практике тогда вот по-другому проявляется, тогда нету в них такого смысла. А нужно, чтобы вот оно было внутри, в жизни между мусульман, вот возвращалось вот это адаб в семье, как между детьми, между мужем и женой, между там свекровью и невесткой, да, тоже вот такая больная тема. То есть должно быть понимание, что это семья, вот отдельно, да, то есть какой-то адаб не истязан, да, вот такой вот тоже сестрам там проходили недавно, то есть вот элементарно там разрешение войти или еще что-то, да, то есть понимать вот какие-то мелкие такие жизненные, явные советы, да, вот и хадисы, которые были, как вел себя пророк, как учил, саллаллаху алейхи ва саллям, да, и применять это в жизни, иншалла, тогда у нас все будет как бы к лучшему, без ниля. Но это нужно захотеть вот искренне, да, потому что иногда проявляется, вот тоже недавно такой вот был как бы запрос, когда сестра, ну, вроде бы хотела там верующего мужа, а когда ей дал Аллах верующего, вот ее как-то это не очень обрадует, да, то есть уже, то есть, видимо, было не искренне вот это намерение, да, то есть просто, возможно, было желание выйти замуж там или еще что-то, да, там, или вот отделиться, может, от там родителей или что. Ну, то есть причина может быть разная. То есть, когда вот эта причина на самом деле вот искренне, да, ну, конечно, могут там меняться какие-то обстоятельства в жизни, но нужно вот возвращаться всегда к Аллаху Субхану ва Тааля, просить у Аллаха там, укрепи меня вот в благе, укрепи меня в лучшем, да, это как бы и к мужчинам, и к женщинам относится. Поэтому украшайте знания, но не украшайтесь им, да, то чтобы это не было отдельно от вас, а чтобы эти знания были внутри каждого из нас. Бизнилля. На этом, иншалла, мы остановимся, закончим на сегодняшний урок. Джазакуналлаху хайран всем, кто слушал. Субханака Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ля илляха илля анта, астагфируку ва атубу илейк. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалям, рахматуллахи ва баракатуху, ва джазакиллаху хайран, устазати. Баракаллаху фик.